Они постоянно вбрасывают эти всякие раскольнические темы, пытаются сохранить этот накал, хотя этот накал раскольнический, по сути. Порошенко привел к поражению, потому что, ну, я уже 250 раз об этом говорил, не буду много повторяться, они надули мыльный пузырь, перемог, вот это вот, и этот мыльный пузырь перемог не позволял им слышать запах шаурмы. Вот вчера был хайп по поводу шаурмы вот этой, да, там Зеленский написал невинный пост, вот, и поскольку прохоботы из всего раздувают просто вселенский какой-то этот потоп, то у нас вчера весь день была дискуссия по поводу шаурмы. Не, ну зазихнули на перепечку, подождите. Да, и это все, конечно же, чушь, ну и смешно, если бы так не было грустно. Но в сумме то оказалось, что запах то шаурмы для простых людей, для большинства, он же привлекательный, потому что именно потому что люди не едят нормального, нормально не питаются, нормально не одеваются, большинство. Вот. Не могут купить квартиры, не могут купить автомобили нормальные, опять-таки, да и даже плохие, то они, ну, заколебали ждать, пока им постоянно рассказывают о том, что вот-вот наступит, ну, у нас уже тут без виз, вы уже можете там поехать там, на чашечку кавы и т.д. и т.п. Вот. И вся эта публика прохоботская, они, ну, никак не делают из этого выводы. То есть им виноват, виновата быдло, там, виноват Зеленский, там, который плохой, который сякой, который там коряво говорит. Да, коряво говорит, возможно. Да, не заканчивал Стэнфордом, не заканчивал Оксфордом там, или еще что-то. Но вот он такой, и у него есть высокая легитимность. И если он будет двигаться в таком ключе, как он двигался, будет играть, будет нетривиальным, будет говорить на простом языке шаурмы, а не рассказывать про стэнфордские дали. Фрэнсис Фукуяма проигрывает шаурме. Вот такова реальность. И поэтому нужно помнить о Фрэнсисе Фукуяме, там, Хантингтоне, там, о ком там еще, вот, о Барингтоне каком-нибудь младшем. Да, вот. Но нужно помнить прежде всего, за счет чего формируется легитимность президента и легитимность институтов исполнительной власти.